На четвертом ковре победил Сергей Рябов, Москва. Вызывается на ковер номер 4 Григорий Алексеев, Санкт-Петербург. Карлин Полян, Южный федеральный округ. Готовится Никита Задорожный и Евгений Иванов. На втором ковре побеждает шанс-спортсмен в красной форме из Республики Бурятия Даша Жанков. На первом ковре победу одержала Ольга Титова, Светловская. На первый ковер приглашаются красный форме Татьяна Федорова, Чувашская Республика. В синей форме Мария Козлова, Самарская область. На второй ковер приглашается в красный форме спортсмен из Калининградской области Александр Репин. В синей форме спортсмен из Республики Дагестан Мурат Ибрагим Каджи. Ковер Б. Повторный вызов. Мурат Ибрагим Гаджиев. Ковер 2. Победу одержал спортсмен в синей форме из Республики Дагестан. Мурат Ибрагим Каджиев. На ковер 5 приглашаются в красной форме спортсмен из Республики Алтай Геннадий Киденов. В синей форме спортсмен из Нижегородской области Александр Нестеров. Thank you.
На третьем ковре победил Никита Клицков, Москва. Вызывается на третий ковер Андрей Селиванов, Уральский федеральный округ. Александр Пегасов, Приволжский федеральный округ. Готовится Амир Усилнук, Виктор Чухлебов. Никита Клицков, Москва. Готовится Андрей Селиванов, Виктор Чухлебов. На ковре номер два победил Михаил Коновалов из Санкт-Петербурга. Вызывается на второй ковер Шамиль Мичилов, Северо-Кавказский федеральный округ. Николай Чернышев из Санкт-Петербург. Готовится Антон Плащанский, Артем Недавно. На втором ковре победу одержал Шамиль Мичилов из Республики Дагестан. Обидов.
На втором ковре победу одержал спортсмен из Республики Дагестан Сагит Гайдар. На четвертом ковре победил Андрей Губарьков, Приволжский федеральный округ. На второй ковер называется в красной форме спортсмен из города Санкт-Петербург Александр Алексеев. Синий ковер спортсмен из Костромской области Филипп Кузьмин. Готовится Андрей Губарьков.
четвертый ковер называется «Алекмур Джованцы», Приволжский федеральный округ, Григорий Алексеев из Санкт-Петербурга. Готовится Адам Альпышин, Аслан Курбанов. На четвертом ковре утешительные поединки весовой категории до 90 килограммов. В красной форме Алекмур Джованцы, Приволжский федеральный округ. Повторно вызывается спортсмен в синей форме из города Санкт-Петербург Григорий Алексеев. Ковер номер 4 повторно вызывается Григорий Алексеев, город Санкт-Петербург. Thank you.
Третий ковер и победу одержал спортсмен из города Москва Никита Клинцков. Второй ковер и следующая встреча. Красный ковер. Спортсмен из Костромской области Филипп Косарев. Синий ковер. Спортсмен из Республики Кабардино-Балкария Антамиркан Ушко. На ковер 3 называется весовой категории до 68 килограммов. Полуфинальная встреча. Красный ковер. Спортсмен из города Москва Никита Клинцков. Синий ковер. Спортсмен из города Москва Магомед Таджиев. На четвертом ковре проходят поединки за бронзовые медали на чемпионате России по самбо 2020 года по весовой категории до 90 килограммов. В красной форме Аслан Курбанов представляет Северо-Кавказский федеральный округ, Республику Дагестан, город Махачкала. В синей форме Андрей Кусаров, город Москва. Готовится Виктор Осипенко, Арам Григорян. На третьем ковре полуфинальные поединки. Весовой категории до 68 килограммов. В красной форме Никита Клинцков, город Москва. В синей форме Магомед Гаджиев, город Москва. Готовится Тигран Шарова, Владимир Балыков. Yeah.
На первом ковре победу одержала Елена Бондарева, Чувашская Республика. Елена Бондарева выходит в финал чемпионата России по самбо 2020 год. Первый ковер на полуфинальный поединок в категории до 60 килограммов среди женщин. Красная форма – спортсменка из города Москва Ольга Митина. Синяя форма – спортсменка из Астраханской области Гульфия Бухтар. Следующий на ковре поединок пройдет полуфинал в категории до 60 килограммов. Готовятся Карина Черепа и Елена Полякова. На ковре номер 4 победил Андрей Гусаров, а Москва и Выш завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по самбо в весовой категории до 90 килограммов. Вызывается на четвертый ковер Виктор Осипенко, центральный федеральный округ город Бурят, Павел Григорян, южный федеральный округ, Краснодарский край, город Армавир. Поединок за бронзовую медаль в весовой категории до 90 килограммов. На третьем ковре победил Никита Клицков, Москва, и вышел в финал на весовой категории до 68 килограммов. Вызываются на третий ковер спортсмены весовой категории до 68 килограммов. Тигран Ашаров, Москва, Владимир Балыков, Уральский федеральный округ. Полуфинальный поединок. Готовится омывчать. Thank you.
категории до 68 килограмм. Пьедестал почета против призера стали Бранов Аслан, Краснодарский край, Гаджиев Магомед, Москва.